Здравствуйте, я Ксения Станиславна Лицеве, профессор Вятского государственного университета. Хочу обратить ваше внимание, дорогие слушатели, на книгу известного писателя, фантаста, прозаика, литературного критика Романа Арбитмана. Антипутеводитель по современной литературе, 99 книг, которые не надо читать. Книга вышла в 2014 году. Это последняя работа Романа Арбитмана как литературного критика. Он скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией 18 декабря 2020 года. Автор в предисловии четко определяет разницу между популярностью, успехом, лидерством в продажах и настоящей литературой. Он предупреждает читателя Неофита о том, что его поджидают умелые и хитрые маркетологи, промышляющие в издательском бизнесе. Силы не равны, итог противостояния предрешен. В борьбе человека с конвейером всегда побеждает конвейер. Согласимся ли мы, дорогие слушатели, со всеми оценками романа Арбитмана? Однозначно нет. Автор очень часто концентрирует свое внимание на частностях и второстепенных деталях. Но что прекрасно, это бесстрашие. Может, потому что сам он жил в Саратове, а не в Москве. Так просто указывает Арбитман на грамматические речевые ошибки некоторых наших сочинителей, упрекая в том, что и авторы, и редакторы не чувствуют свою ответственность перед читателем и искусством вообще. Арбитман легко, тонко, непринужденно на полутора книжных страницах разбирает книгу, да еще убеждает, почему ее не надо читать. Не все из 99 книг я прочитала и теперь, учитывая рекомендации критика, навряд ли удосужусь прочитать. Первая глава «Сражение с современной билетристикой», призванной развлекать. Здесь и Борис Акунин, и Павел Астахов, и Василий Головачев, и Сергей Лукьяненко, и Маша Траупа, и Татьяна Устинова и Антон Чиш, Второе сражение с так называемой большой, серьезной литературой. Юрий Буйда, Виктор Ерофей, Виктор Пелевин, Юрий Поляков, Захар Прилепин, Александр Проханов. Третье. Всего 20 книг под прицелом. Все они учительско-публицистической направленности. Михаил Веллер, Евгений Гришковец, Эдуард Лимонов, опять Захар Прилепин и Юрий Поляков. И, наконец, четвертая глава «Сражение с любителями сочинять биографии». Если самое мало, маленькая главка, финальная герои этой книги о ее авторе, где подсудимые все же бросают в сторону судьи реплики. Стиль провинциального журналиста, злой человек, несправедливая и грязная рецензия. Ну что ж, дорогие слушатели, это все-таки антипутеводитель 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! Дай почитать!